Всем привет, ребята, и это журнал «Самолеты» с самолетиком Lake Button. Вот, значит, это журнал за лето, за июнь, июль, август. Вот, цена журнала 3 евро, и давайте раскроем, посмотрим, что же там внутри у нас. Вот, и рассмотрим самолетик. Так, значит, вытаскиваем. Так, картонки, как вы знаете, я оставляю. Вот, когда я увидел сдалека, какой самолет будет, я офонарел от радости, что наконец-то вот этот будет самолетик, потому что он очень классный, это бипланчик. Вот, значит, сейчас мы раскроем. Так, ну как-то раскрыли. Вот, значит, картон шит, это мусор. И вот нас, наш Lake Button. Колеса у него должны вот так быть, эти шасси, точнее, вот, значит, колесики у него не крутятся, пропеллер крутится, вот, значит, у него глаза вот там, вот, зеленого цвета, вот, значит, качественно сделано, витамина, мало что-то написано, вот, что-то такое, я не знаю, вот, значит, вот такой вот самолетик, только вот шасси надо будет подровнять. Как бы, ну, так, более-менее нормально, вот. И давайте рассмотрим уже сам журнал. Значит, на первой страничке мы видим Дасти. Вот, значит, с мультика Fire and Rescue. Вот, Planes Fire and Rescue. И первое у нас задание. Значит, справа мы видим, что нужно разукрасить Дасти. Вот, как по образцу. Вот, а слева нам нужно что-то найти. Отличие, типа вот... А, отличие вроде бы. Дальше переворачиваем. Ух ты, значит, мы видим, что нужно нам сделать домик репслайнера. Вот, у меня самолетик есть. Вот, я его начну уже делать. И когда будет подкаст, а подкаст у нас будет 31 августа, я 31 августа вам покажу, что за домик получился. Это класс. Значит, в следующем журнале нам положат вот такую картоночку, только уже домик Lake Button, как я понимаю. Дальше здесь все связано с Дасти. Вот, и задание справа с цифры 07. Вот, посчитать, сколько цифр 07 и сколько цифр 7. Дальше у нас задание. Вот, значит, здесь с облачками задание. Собрать картинку до конца. Здесь капельки. Что-то с капельками сделать. Вот, нужно задать задание читать, чтобы понять. Дальше у нас комикс. Вот. Ух ты, эти трактора. Так, вам видно? Видно. Вот, значит, продолжение. Вот. Значит, трактора — это место оленя. Ух ты, какой плакатик. Вот, значит, здесь Дасти. Вот, и его напарник. Блин, журнал что-то не стоит. Так как положено. Тачки ведь стоят, а эти, этот не стоит. Так, дальше. Виды. Блямба, что за журнал? Виды самолетов. Ребята, я извиняюсь, такого давно не было. Во. Значит, виды самолетов. Вот какие они бывают. Вот, и мы видим здесь задание. Здесь что-то с пассажирами связано. Так, дальше у нас что идет? Дальше у нас мини-комикс идет слева. Вот, а справа здесь дирижабль, тут машинки, самолетики. Вот, значит, Чупакабра здесь есть, Дасти, Репслайнер, зрители. Вот, и это надо все разукрасить. Дальше у нас еще одно задание. Вот, значит, здесь лабиринтик, здесь у нас пульт управления, что-то правильно. Кто управляет или что-то типа это. И разукрасить по коду картинку. Дальше еще одни очередные задания. Вау, одни задания, мне это нравится. Дальше, значит, слева у нас что-то с парашютом связано. Вот, а справа у нас что-то диаграммку построить получается. И последние странички здесь. Вау! Значит, здесь нам показывают, как сделать домик Репслайнера. Вот, значит, опять нужны трубочки, но я по-другому сделаю. Я знаю, как я сделаю. Вот, уже было такое у домика Чупакабра, я делал там по-другому. Вау, и тут у него сзади фон какой-то. Вау, домик классный. Вот такой домик получится, я вам покажу это вживую 31 августа, ребята, ждите. Вот, и сделать самолетик, вот, ну, типа Браво самолет или какой-то это, но
Это просто, смотрите, если мы это оторвем, это оторвется и начнется вот отсюда. Ну, это бред. Вот. Можно самолетик и самому сделать. Значит, вот все, что мы в журнале имеем. Классный журнал. Классный домик. Я обязательно сделаю 31 августа. Покажу. Самолетик тоже классный. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на этом все, ребята. Всем пока.